Добрый день. Меня зовут Станислав, компания 3D Vision. Мы являемся центром аддитивных технологий, оказываем услуги 3D-печати, оказываем услуги поставки 3D-оборудования. Давайте для знакомства посмотрим короткое видео о нашей компании минутное следующим слайдом, чтобы вы имели представление о том, что мы можем сделать для вас, что вы можете сделать с помощью нас. Запускаем видео. Допустим, у вас есть готовое изделие, или всего лишь проект, разработка которого только начата, или даже просто эскиз. Мы можем выполнить трехмерное сканирование и трехмерное моделирование любого объекта, шестеренки механизма, промышленного корпуса и даже целого жилого квартала. А может быть, вам важно увидеть, как шестеренка впишется в механизм, станок в заводской цех, здание ландшафт. Уже 10 лет мы создаем трехмерные макеты любой сложности. Технические, архитектурные, градостроительные, технологии, оборудование и размеры нашего собственного производства позволяют нам выполнять проекты любого масштаба. От экономичной печати единичного изделия на трехмерном принтере до организации производства малой серии изделий посредством литья двухкомпонентных полиуретанов в силиконовые формы. Если же этого окажется недостаточно, мы готовы оснастить профессиональным оборудованием как небольшую мастерскую, так и крупное промышленное предприятие. 3D Vision. Мы решаем ваши задачи в области трехмерного сканирования, моделирования, макетирования, 3D-печати и литья. Под ключ от идеи до готового изделия. Ну, собственно, да, как вы уже поняли, мы не совсем стоматологи. У нас очень широкий профиль, и в основном это машиностроение, это радиоэлектроника, в общем, общепромышленное направление. Тем не менее, стоматология — это тоже наш фокус, потому что стоматология является большим потребителем в плане закупок оборудования для 3D-печати, фотополимерной печати, которой сегодняшний наш доклад. Достаточно глубоко применяется 3D-сканирование, достаточно глубоко применяется. Мы выставляем интраоральные сканеры, лабораторные сканеры у нас на третьем этаже стенд. Если кто-то еще не дошел, дойдите, пожалуйста, у нас там, в некотором смысле даже мастер-классы из коллеги из клиники, которые являются нашими клиентами, они также являются нашими партнерами, отсканируют и даже могут напечатать вам модельку ваших зубов, если вам это нужно. Нужно будет только доехать и забрать ее. Поэтому, да, именно практическая сторона вопроса, в общем-то, на третьем этаже будет представлена лучше, чем сегодня презентация. Именно потому, что там наши коллеги-стоматологи хорошо рассказывают именно о своем вопросе, в котором они разбираются. Несколько наших крупных клиентов, опять же, стоматологии здесь нет, но именно громкие, вы все их наверняка знаете. По-моему, практически никто здесь не был на вчерашнем докладе, поэтому я первую часть презентации продублирую, потому что вдруг вы не знаете, что аддитивные технологии по сравнению с субтрактивными технологиями, коими являются фрезерные станки, например, которые же из болваночек, из заготовок, выфрезеровывают лишнее и как бы вот эту стружку выкидывают, и вы имеете изделие. Аддитивные технологии работают ровно наоборот, когда вы из ничего, слой за слоем, строите изделие. Это имеет преимущество как в плане снижения затрат на производство, снижения расходов на оснастку, производственные затраты, коэффициент использования материалов 80%, снижение объема производственных расходов, снижение затрат на мелкосерийное производство. Это быстрее, чем на станках, потому что если мы, допустим, 86 единиц должны отфрезеровать, это займет, наверное, несколько, может быть, пару недель на станках. Если же мы используем 3D-принтер, это займет буквально день или около того. Так что мы сокращаем затраты на время. Создание новых продуктов, изготовление, ремонт оснастки, ставку готовой продукции, проведение научно-исследовательских работ, на испытания. И детали, и, собственно, зубы являются, и любые другие кости, являются хорошим примером деталей, которые очень сложны для станков, потому что станки, они все квадратные, они любят двигаться по прямым траекториям и так далее. Соответственно, уголок сделать станок — это хорошо. А вот сделать что-то бионическое, топологически оптимизированное, с полостями, сложное, когда внутри фрезой нужно подлезть, станки этого не любят, то есть шестиостевые станки бывают, да, и так далее, но тем не менее все равно внутри полости вы не сделаете. В данном случае изделия делаются там по частям, например, когда делается сначала одна часть, потом другая часть, потом не сваливается. Это, опять же, безотносительно к стоматологии, например, из машиностроения, но тем не менее из-за этого строения.
оптимизация деталей под аддитивное производство, создание конструкции форм, недоступных для традиционного производства, топологическая оптимизация геометрии деталей, снижение веса деталей, улучшение механических свойств, получение принципиально новых изделий. Помимо, кстати, самого оборудования, здесь также важно и ПО, программное обеспечение. Безусловно, очень много программных пакетов есть из топологических. У меня будет слайд о том, какие это ПО. Единственное, что это со слов наших партнеров, потому что сами мы, как метрологи, как люди из машиностроения, естественно, не особо пользуемся стоматологическими ПО, но оно не безусловно существует. И вот наши коллеги, которые нам помогают именно в стоматологии что-то предлагать, они вам подскажут. У нас есть комплексные системы, когда мы поставляем железо, а они поставляют интеллектуальную составляющую, и вместе мы решаем задачу клиента. Ну а вы в первом видео нашей компании могли видеть какое-то оборудование. Это вот это оборудование, у нас его очень много, оно промышленное, очень дорогое, но это не обязательно должно быть так. То есть вы можете купить принтер даже за 20 тысяч рублей. То есть 20 тысяч рублей абсолютно нормальный фотополимерный принтер для печати временных коронок, для печати каких-то макетов, хирургических шаблонов, частей инструментов и так далее. 20 тысяч рублей вы все это можете делать. Опять же, об этом будет позже. Единственное, что я достаточно долго останавливаюсь на каждом слайде, и есть проблема, что презентацию никогда не дочитываю до конца. Поэтому, если вдруг вам интересно полностью ее получить, можете ко мне подойти наверху или здесь. Я вам ее скину, вы можете ее самостоятельно дочитать и задать любые вопросы. Наша фотополимерная машина, вот против той, что за 20 тысяч рублей, наша стоит 15 миллионов рублей, но она отличается от принтеров за 20 тысяч тем, что она промышленная, она использует лазер вместо проектора, вместо экрана. Говорю, да, что она большая, то есть у нее область построения 450 на 350. В то время, кстати, как персональные принтеры вот, до 100 тысяч рублей, они тоже работают областью там, 200 на 200, что всего в два раза меньше. Значительно дешевле, чем 15 миллионов рублей. Единственное, что они менее точные. Материалы для SLA-технологии есть особенные, которые только эта машина может полимеризовать. А это нам нужно, потому что мы используем фотополимерные машины в двух видах. Первое, как точные мастер-модели, с которых мы снимаем силиконовые формы и далее тиражируем изделия. В стоматологии это не сильно актуально, потому что изделие обычно нужно в единичном экземпляре или совсем, ну, может быть, два экземпляра, в то время как нам обычно нужно печатать корпуса, а корпусов как раз обычно нужно больше, чем один. И благодаря литию силикона это делаем, да. Собственно, да, дошли до стоматологии, первые попытки применять 3D-печать. И не только в стоматологии, в принципе, начали были в 90-х годах, и не в России, а там, откуда, собственно, пошли все эти технологии. И да, изготавливали капы, но потом чуть ли не 20-летний перерыв был, ну, точнее, там было, конечно, какое-то развитие, но, по сути, никто об этом не знал, никто этого не использовал, и только в 10-х годах это уже начало появляться и в мире, и у нас тоже. Так что начали вживлять там титановые челюсти и так далее. То есть единственное, что да, технологий 3D много, какие-то для печати металлом, какие-то для печати пластиком, какие-то для печати воском, например, под литейщиков. Поэтому здесь все в кучу смешано, и это, например, печати металлом. Преимущество применения 3D-принтера. Да, сегодня 3D-принтер для стоматологов позволяет выпускать долговечные, качественные модели коронок, мостов, виниров и другие изделия. Это существенно облегчает, ускоряет работу зуботехнической лаборатории. Мы имеем широкий ассортимент материалов, который позволяет в короткие сроки решить практически любую задачу. Тут сразу перейду к слайду с материалами. Вот. Потому что наш партнер, компания Harris Labs, имеет большой диапазон материалов, который именно для стоматологов предназначен. Не знаю, хорошо ли видно, тем не менее, у нас есть Dental Model, который предназначен для печати стоматологических моделей. Есть Yellow Clear, предназначен для печати хирургических шаблонов. Есть Yellow Clear Pro, предназначен для печати автоклавируемых хирургических шаблонов. То есть он выдерживает температуру, потому что еще недавно не было материала, который мог бы автоклав выдержать. Из Dental Sand, предназначен для печати временных коронок мостов. Из Dental Pink, предназначен для печати пимбазисов временных съемных протезов. Dental Cast для литейщиков, который для прямого отжига
Dental Clear Pro, печати кап из принтов Clear Form 2. Это именно для принтеров Form 2. Может быть, если вы в стоматологии использовали 3D-печать, скорее, и, допустим, лет 5 назад, это, скорее всего, был Form 2, Formhouse Form 2, американский принтер, который делается в Китае. Был широко распространен, однако с санкциями и с развитием китайских принтеров, по сути, уже его полностью вытеснили. Раньше это был безоговорочный лидер. Я вот в 2018 году, когда пришел в эту отрасль, Form 2 был прямо на пике популярности. Да, Dental Tray предназначен для печати индивидуальных слепочных ложек. Soft Pink для десневых масок при планировании имплантации. Для кап Dental IBT. И для печати коронок и мостов длительного ношения Dental Sand Pro. Как видите, материалов очень много. Принтер печатает практически любой. Напоминаю, даже 20 тысяч рублей. И вы можете печатать всеми этими материалами самые разные изделия, которые имеют широкое применение. Собственно, это дублирование, да, чего мы можем печатать. Давайте еще разок. Снова подмосты, коронки, колпачки, вкладки, бюгельные протезы для секторального воспроизведения нижней и верхней челюсти в прикусе, разборные и демонстрационные модели челюсти, индивидуальные капы, хирургические шаблоны для имплантации, направляющие для челюстно-лицевой хирургии. Так что сейчас будет, по-моему, видео. Как работает технология СЛА. Видео на английском, поэтому я звук отключу, но давайте посмотрим. Собственно, как происходит печать. Здесь, естественно, видео сильно ускорено, потому что 3D-печать – это медленная история. Однако, ваши, допустим, если вы отсканируете у нас на стенде интероральным сканером ваши зубы, да, и захотите напечатать, это займет примерно час. Час, и у вас будет макет вашей челюсти. Я смотрю, папа его помогает ему. Смотрю, так лица очень похожи. Как видеокомпании Formlabs, и за счет того, что они такие крутые американцы, видео они делают примерно как Apple про айфоны, то есть очень красиво показаны технологии, но также, в принципе, понятно, как работает технология, что у нас есть смола, у нас есть какой-либо источник, который полимеризует смолу. В случае с Formlabs это лазер, в случае с китайскими принтерами это обычно либо экран, либо DLP-проектор. Есть свои плюсы и минусы у той и другой технологии. Лазер, по идее, покруче, но он чуть медленнее и дороже. На каждый ЧВХ за 10 или 15 работников. Да ладно? А у меня плачка? Да, сверху вниз. Платная? Точнее, снизу вверх. Здесь идет платформа, соответственно, смола внизу, проектор или лазер тоже внизу, и таким образом идет полимеризация материала, и за слоем платформа поднимается, и изделие у нас вот таким образом вытягивается вверх ногами. В нашем же принтере фотополимерном, который я вам показал, который у нас на производстве, у нас наоборот, лазер становится сверху, и платформа уходит вниз, и таким образом наше изделие печатается вниз. Собственно, да, чтобы подкрепить видео, давайте посмотрим еще и схематично, как именно технология СЛА работает, что вот у нас есть лазерная система, это как раз вот про промышленный принтер. Лазерная система, лазерный луч светит всегда в одну точку, его отражает в зеркало, сканаторная система, которая уже отражает этот луч в нужное место в смоле, ну как бы на плоскости. Таким образом полимеризует этот участок. Он быстро-быстро-быстро заштриховывает это сечение на этом слое, платформа уходит на слой вниз, лазер снова быстро-быстро-быстро заштриховывает. Таким образом слой за слоем, в общем-то, все 3D-технологии работают вот на таком послойном методе. Так что, да, здесь, по сути, все показал и рассказал. Преимущество этой технологии – возможность построения моделей со сложной геометрией, самая высокая прочность моделей. По поводу прочности нужен комментарий, потому что изделия могут быть прочные, если материал выбран соответствующий. Но большая часть материала для СЛА, она не
не для не про прочность, а про точность. И, соответственно, когда нам нужно точное изделие, с которого мы снимаем курьеву форму или что-то подобное, нам прочность не нужна, нам один раз надо снять, изделие мы, по сути, после этого утилизируем. А поэтому вот насчет прочности, это на самом деле преимущество другой технологии SLS, вот там действительно прочные изделия. Несложная постобработка, потому что изделие практически готово, когда мы его напечатали. Соответственно, вот оно у нас вышло, там есть некоторые поддержки для того, чтобы, ну, когда изделие печатается, некоторые места не могут просто висеть в смоле. Для них нужны мостики, чтобы они были, как бы, оно было закреплено в пространстве. То эти мостики мы впоследствии удаляем. Места, где были поддержки, нужно либо зашлифовать, либо как-то, в общем, немного доработать. После этого изделие полимеризуется в полимеризационной камере, и оно готово. Да, качество поверхности, содействие 3D-принтеров. В целом, технологии 3D, как говорил, медленные, а в целом технологии SLA действительно, и DLP, и LCD в частности, в общем-то, достаточно быстро печатают для того, чем они являются. Большой объем рабочей камеры для вас не очень актуально, потому что в стоматологии больших изделий не бывает, но для нас очень актуально, потому что в нашем настроении большие изделия бывают, и там на самом деле как раз идет в последнее время развитие, в основном удешевление технологии и масштабирование систем, то есть они становятся все больше и больше, и это крайне нужно на самом деле, потому что сейчас вот с нашей камерой 400x400 вынуждены печатать изделия по частям, и потом склеивать его. Не клеится достаточно легко, но тем не менее, это не то же самое, что если бы мы сразу напечатали изделие. Да, выращенный из пластика прототип можно использовать как готовое изделие, но обычно это все-таки прототип. Технология DLP, та самая вот аналог технологии лазерной, где вместо лазера используется проектор, его преимущество в том, что он дешевле, и в том, что он быстрее, потому что мы засвечиваем сразу целый слой. То есть мы не заштриховываем лазером слой, а он засвечивается целиком. Поэтому примерно в 3-5 раз быстрее эта технология. И есть еще несколько производителей, у которых есть модифицированная версия этой технологии, где у них свои собственные фотополимеры используются, которые очень быстро полимеризуются. По этой причине их принтеры могут там, в 10 и в 20 раз печатать быстрее. Есть нюансы, потому что проектор есть проектор, экран есть экран. Сейчас, в общем-то, идет гонка за пикселями, когда у нас раньше был просто экран, потом у нас появился 4К экран, у нас появился 6К экран, теперь у нас 12К экран. То есть размер пикселя уменьшается, уменьшается, уменьшается. Тем не менее, когда мы через этот экран, особенно на большой области, принтера засвечиваем, иногда мы можем словить эти пиксели. Особенно это видно на каких-то кривлинейных поверхностях в высоту. То есть там есть переходы, их можно увидеть. Так что все технологии — это какой-то компромисс, и мы должны выбирать ту, которая нам лучше подойдет. Технология FDM. Изначально мой доклад, и может быть даже в программах, тоже звучал как технологии FDM, LCD DLP в стоматологии. Так вот, FDM практически не используется в стоматологии по той причине, что это очень дешевая технология, но очень неточная, потому что мы плавим, по сути. Если, может быть, знаете, что такое 3D-ручка, 3D-ручка работает точно так же, как технология FDM. Она расплавляет пластик и через сопло выдавливает некоторое его количество. Единственное, что она там помещена на клетку X, Y, Z. И мы таким образом строим изделие, чтобы слой за слоем расплавленный пластик как бы на платформе один на другой накладывается. Соответственно, стоматологи такое не любят по той причине, что там слоистость изделия и ну, качество не удовлетворяет. Однако, если у вас какой-то инструмент, какой-то ложемент, какие-то коробочки, может быть, даже корпус, то для этих задач FDM очень хорошо подходит. Опять же, он очень дешевый. В отличие от фотопримерной печати, тут очень дешевые расходные материалы, то есть в районе 1000 рублей за килограмм, в то время как в стоматологии примерно 10 000 рублей за килограмм. То есть в 10 раз. Сравнение основных технологий 3D-печати. Это не все технологии. И, может быть, их стоило по-другому сравнить. Тем не менее, слайд такой, какой есть. У нас есть и SLA, есть DLP.
и мы видим, что по точности они сопоставимы, по частоте поверхности, то есть не видно, они сопоставимы. DLP из-за своих вот этих нюансов, пикселей и все такое, немного проигрывает SLA. По скорости печати DLP выигрывает SLA, как говорил, из-за того, что сразу целиком слой засвечивается. Доступность материалов и там доступна. Печать металла выделена в отдельную историю, потому что печать металла существует, совсем другая технология. Естественно, она есть только в принтерах, в которых печатают металл. Преимущество у SLA, большая область печати, у DLP чаще всего область меньше, однако сейчас уже появились и метровые принтеры и так далее, но опять же в стоматологии это не сильно актуально. Есть технология PolyJet, она ужасно дорогая, ее никто не использует по этой причине в России, но она существует, и в стоматологии за рубежом она применяется на самом деле. Недостатки SLA — это именно суперскорость. У DLP это малая область печати в основном, у технологии PolyJet все дорого, у технологии SLA тоже все дорого, но можно делать то, что нельзя делать другим способом, и поэтому она крайне распространена, и сейчас она удешевляется, и таким образом начинает применяться все шире. Популярные программы, здесь нет как закада, поэтому я его устно озвучиваю под номером 0. Есть 3Shape, но 3Shape он требует онлайн-проверки, и он ушел из России, поэтому его сейчас больше нет. Есть Maestro 3D Auto Studio, есть Avantis, российская программа, есть Implant Assistant, есть DentalCAD. Наверное, есть еще какие-то, как говорил, мы не стоматологи, вы потом, может быть, даже им больше нас знаете. Но если не знаете, то вы обратитесь к нам, и мы своих коллег-стоматологов спросим, и вам обязательно подскажем. Посмотрим еще одно видео про полимерные принтеры, на этот раз Shining. Дистрибьютор, которого мы являемся. Собственно, видео тоже на... А может и нет. Powered by self-developed software and materials. AccuFab D1 Low Science. Но если что, я буду делать, если будет очень важно. Но в целом все понятно. Is the ideal printer solution for upgrading your digital production. State-of-the-art design with optimized modular structure. The full HD 1080p projector and complete glass optical path guarantee AccuFab D1 a stable, long-lasting DLP technology. То есть, в отличие от ProMars, который был SLA, здесь любая технология. Я не помню, если честно, будет ли здесь показан процесс полимеризации. Ethernet and Wi-Fi connections to create a smooth process of data transfer and printing. Большой плюс, кстати, принтеров Shining, что как и 3D-сканеры Shining, они делаются одним производителем и составляют собой единую экосистему. Там даже из своего Shining, как у нас на стенде на третьем этаже, можно отправить сразу на печать на принтер, если бы у нас был подключен. В этом плане, вроде как, это уже было. Moreover, AccuFab D1 offers a large print platform to yield high productivity. Shining 3D offers flexible material options for various dental applications. You can use either Shining Dent materials or your preferred third-party materials. Тоже большой диапазон материалов для самых разных задач. То есть вот как у Hard Slabs, у них, в общем-то, для всех разного типа задач есть свой собственный материал. Материал Shining чуть дороже, чем материал Hard Slabs. Но поставляют в Россию, они всегда в наличии и так далее, так что вы можете обращаться. Go digital with Shining 3D. Да, небольшой обзор по LCD принтер, AnyCubic, собственно, сейчас один, можно сказать, из лидеров рынка, потому что они очень дешевые, нормально работают, достаточно надежные. То есть вот у нас, даже на производстве, у нас есть большие фотополимерные машины SLA, которые стоят 15 миллионов, и несколько принтеров таких в том числе, потому что у нас в SLA-машинах загружен всегда один материал, с которым мы печатаем. Если же нам нужно что-то особенное, мы можем сделать это в маленьком принтере, и мы, собственно, так и делаем.
там дальше у меня будут и цены, и так далее, но в целом вот, большие принтеры не стоят в районе 100 тысяч рублей, и маленький принтер начинается от 20 тысяч рублей, и маленькие хорошие принтеры с более маленькими пикселами, то есть с большим количеством, там, 6К, 12К, они, естественно, дороже, за счет более большего сосредоточения крутизны в одном принтере. Там есть и дополнительные опции, типа автодолив материала и так далее, когда он сам себе дозирует, что ему нужно. Вот она чуть-чуть подороже, но тоже 50 тысяч рублей, типа того. То есть очень дешево, покупается мгновенно в любой клинике, которым этим пользуется. Поэтому да, у нас есть принтер с областью вот объем сборки. С областью построения 245/197/122, 245/197/122, 300/290/164, это самый большой, это стоит чуть больше, чем 100 тысяч рублей, но тем не менее. Новинки, то есть как человек, который поставляет подобные принтеры, могу сказать, что не стоит гоняться за принтером, который вы увидели сегодня в презентации, стоит гоняться за тем принтером, который N-кубик и который выпущен, допустим, в этом году. Это будет самый актуальный принтер, у него будут все самые новые функции, которые есть в ПО, не как N-кубик, у них будут исправлены какие-то ошибки, которые они, безусловно, имеют и собирают фидбэк от пользователей, так что если что-то было не так, в следующей модели они обязательно это исправляют. В этом плане как раз и хорошо, что они очень часто выпускают новые модели, в отличие вот от нашей модели, да, которая промышленная и у нас на производстве стоит, она вот как выпущена 5 лет назад, так она и до сих пор такая и выпускается. У нее, безусловно, тоже есть какие-то моменты, которые стоило бы исправить, но мы ждем следующей версии, которая вроде как в разработке. Поэтому да, этот принтер имеет область 200/218/123 и стоит, вот если даже шпаргалочку сделал, 80 тысяч рублей. Несколько слайдов о том, что какую скорость печати, какое разрешение. Вот 12-камерный принтер, это вот как раз относительно новые принтеры, я для вас пособирал, то есть на что вы могли бы рассчитывать. То есть этот принтер, напоминаю, стоит 80 тысяч рублей. И имеет следующие функции и так далее, но это все не так важно. То есть смотрите на область печати, смотрите на производителя, то есть совсем ноунейм нельзя покупать, и желательно покупать также из наличия. Вот у нас в наличии есть всегда N-кубики на складе, поэтому можете обратиться. В зависимости от вашего бюджета, ваших задач, мы вам предложим принтер. Другой принтер, этот сильно меньше, но и сильно дешевле, 25 тысяч рублей. Его характеристики. Еще один принтер, он побольше, стоит 4800. Опять же, ну то есть все самое важное я вам сказал. То есть максимальное разрешение, максимальная область, нормальный производитель, и все на этом. И год выпуска, и не покупайте их бэушные, потому что зачем вам это нужно? То есть если кто-то себе купил принтер, что-то с ним не смог сделать, а потом продает где-то там, они не такие дорогие, не стоят это ваших сил душевных. Лучше мы вам поможем, сразу его нормально запустить и так далее. Вот этот принтер M3 Max, а у нас M3 Premium стоит на стенде наверху, так что можете к нему подойти. Единственное, что мы его не запускали на печать, но его можно увидеть и можно задать какие-то вопросы по нему.